Хорошо, но все еще остается вопрос. Как быть, если под угрозой оказывается жизнь? Гемара говорит в Ирувин. В приграничном городе, даже если народы придут не ради убийства евреев, все, что они сделают, это скажут: «Дайте нам солому и сено, и мы уйдем». Вы должны выйти против них с оружием. Нужно не просто пойти на них войной, это нужно сделать даже в шаббат. Дайте им сено, дайте им солому. Америка даст нам новое сено. Какой смысл? В доказательство приводится случай с царем Давидом. Когда он бежал от Саула, он услышал, что на один город напали филистимляне. Согласно Талмуду, это был город на границе, а филистимляне требовали только сена и солому. Давид спросил Урим и Тумим, должен ли он идти на войну или нет, ведь дело только в сене и соломе. Ответ был «да, должен». Почему? Ответ содержится в понятии обязательной войны. Странно, почему многие люди не понимают его. Это понятие сильно отличается от всех прочих заповедей.